Привет, друзья! Сегодня приготовим необыкновенное, очень вкусное печенье с начинкой. Все как обычно, просто, быстро, легко и доступно. Готовлю тесто. К сметане добавляю одно небольшое яйцо и перемешиваю. Отставляю все пока в сторону и в отдельную посуду всыпаю муку, соль, разрыхлитель и все перемешиваю. Добавляю кубики холодного сливочного масла и рукой перетираю до мелкой крошки. И теперь сюда вливаю сметану с яйцом. Перемешиваю ингредиенты сначала лопаткой, а затем быстро замешиваю руками тесто. Получается хорошее мягкое тесто. Накрываю его и убираю в холодильник на 15-20 минут. Для начинки нужны любые измельченные орехи, я взяла грецкие, и сахар. Все необходимо перемешать. Тесто необходимо раскатать в большой пласт толщиной примерно 3 мм. Высыпаю всю начинку, не доходя до края, с одной стороны примерно 3 сантиметра. И затем рукой аккуратно вот так все распределяю. Далее сворачиваю в рулет. Сверху руками аккуратно прижимаю рулет, делаю его более плоским и смазываю желтком. Фигурным ножом нарезаю на небольшие кусочки. И для красивого узора прохожусь ножом сверху. Переношу печенье на противень. Выпекаю печенье в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.
Друзья, обязательно приготовьте это печенье. Оно получается очень вкусным, рассыпчатое, слоеное, в меру сладкое, с изумительной ореховой начинкой. Всем желаю удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео!